Добрый день, меня зовут Александр, директор дистрибьюторской компании «Богдан Автотрейд». Хочу вам представить автомобиль, электроавтомобиль 7S, сделан на базе бензинового автомобиля S2. Автомобиль имеет 40-киловаттную батарею, самсунговскую, с водяным охлаждением, заявленным пробегом 350, по факту 290-310. Автомобиль на сегодняшний день имеет двухстороннюю оцинковку кузова. Гарантия на автомобиль 5 лет или 100 тысяч километров пробега. Гарантия на батарею 8 лет. На сегодняшний день автомобиль 2019 года выпуска стоимостью 26 тысяч условных единиц. Автомобиль имеет максимальную комплектацию. Это климат-контроль, это круиз-контроль, это громкая связь и телефонная книга, это датчики давления в шинах, датчики температуры в шинах, это система Карбид, взаимодействие смартфона и владельца автомобиля с экраном. Все, что вы, чем вы пользуетесь своим смартфоном, это YouTube, это социальные сети, это Google, это все выводится на экран. Автомобиль имеет три способа зарядки. Самый первый – это бытовая розетка. Кабель идет в комплектации данного автомобиля. От 0 до 100% автомобиль можно зарядить в обычных бытовых условиях. Дача, гараж, стоянка. От цикл зарядки от 0 до 100% в районе 8 часов. Второй момент зарядки – это зарядка Т2. Кабель тоже идет в наличии в комплектации данного автомобиля. Зарядка происходит в течение 4 часов. Также этот автомобиль одновременно может принимать 50 кВт. Это третий вид зарядки. На сегодняшний день это в Украине существует зарядки по выдаче 50 кВт. Соответственно, полностью автомобиль можно зарядить от 0 до 100% батареи максимум за 40 минут. Гнезда зарядки расположены в фальш-панели впереди. Вот вы можете обратить внимание, это сейчас обычная зарядка происходит от обычной электростанции. Автомобиль имеет камеру 360. Камера 360 расположена в передней части автомобиля, камера в задней и в зеркалах заднего вида. Также передний парктроник, задний парктроник, ходовые огни, линзовое освещение. Ходовые огни немножко выше, они включаются автоматически при начале движения данного автомобиля. Сейчас в автомобиль оснащен также вот такими голубыми окантовочками. В дальнейшем они будут отсутствовать в Украине, эти голубые окантовки. И автомобиль обычный S2 бензиновый от 7S можно будет отличить только по передней фальш-панели. Здесь будет фальш-панель для зарядки, там обычная автомобильная решетка. Пойдемте к автомобилю, я вам ознакомлю дальше. Автомобиль имеет бесключевой доступ. То есть владелец ключа автомобиля может его не искать в сумочке, может не искать в кармане. Подойдя к автомобилю, он может открыть и закрыть автомобиль, имея ключ просто при себе. Автомобиль имеет все 4 стеклоподъемника, подушки безопасности передние водителя и пассажира, круиз-контроль, громкая связь управления, громкой связи на руле, управление магнитолой. Также в автомобиле присутствуют электрозеркала, регулировка освещения панели, регулировка по высоте фар и эко-режим. Эко-режим позволяет достигать максимального пробега. Максимальный пробег, повторюсь, если в городском цикле это 290-310, если это трассовый режим со скоростью в эко-режиме до 110 км в час, достигается до 340 км пробега. Приборная панель автомобиля показывает нам охлаждающую жидкость. Повторюсь, батарея у нас не с воздушным, а с водяным охлаждением.
приборная панель также на каком этапе находится освещение передних фар, показывает, что сигнализирует нам в случае, если люк зарядки у нас открыт, он, соответственно, если его не закрыть, автомобиль не продолжит движение, и показывает в процентном соотношении уровень. В случае это 99%. Также автомобиль имеет информационный дисплей, который имеет обычное радио FM, которое вы можете регулировать. Соответственно, управлять вы можете как вручную на самом мониторе, так же и на руле автомобиля. USB, телефонная книга и громкая связь, о которой мы уже говорили. Также возможность управления громкой связью также на руле автомобиля. Карбид, это мы до этого рассказывали, это управление своим смартфоном. То бишь, вы садитесь в автомобиль, ваш коннектится смартфон с непосредственно экраном данного автомобиля. Все функции, которые вы пользуетесь в своем мобильном телефоне, это Facebook, это Instagram, это Viber, это Google, это навигация, все здесь выводится на этот экран. Датчики давления в шинах, температура в шинах, мини-компьютер, который показывает вам в случае, не дай бог, неисправности автомобиля, он выводит сюда на экран, какая неисправность и что нужно вам проверить. Также слежение за батареей. На сегодняшний день вы можете видеть, с каким, к примеру, насколько вам осталось заряда, при которой он считывает манеру вашей езды за последних 100 километров и также выводит на экран, какой пробег, вот в данном случае 275 километров после последней такой неманерной езды он вывел вот нам вот такой вот результат. Также вы можете отслеживать историю автомобиля, с какой скоростью он ездил, в каком заряде он был, когда он был. Также можно отслеживать моментальный расход. Расход показывается в киловаттах, расход возможен до 90. Также возможность заряда в обратном направлении и расход кондиционера. Ну вот как бы такие функции батареи. Что касается здесь, этой панели, это обогрев зеркал, обогрев стекол, подогрев передних сидений водителя и пассажира. Если необходимо, подогрев задних сидений, это дополнительная функция стоимостью порядка 3000 гривен. Устанавливается она уже здесь в Украине. Дополнительная розеточка, камера 360, она используется вот нажатием. Она показывает вам, как переднюю камеру можно вывести отдельно, можно камеру заднего зеркала, правого зеркала вывести, левого зеркала вывести и камеру заднюю. В движении она вам показывает желтенькими углами, максимально приближает к препятствию. Это очень актуально для тех, кто царапает диски об руку. Очень актуально, если вы не видите препятствия впереди себя, и это препятствие не сможет себя поймать непосредственно передний или задний парктроник, камера это все видит, камера все это фиксирует. Здесь же находится электроручник. Когда вы начинаете движение, автомобиль автоматически снимается с ручника. Когда вы заканчиваете движение автомобиля, ставите ее положение нейтраль, заглушили или просто открыли водительскую дверь, начали открывать, ручник автоматически становится в свое положение. Также и снимается автоматически. Кнопочка автохолд не позволяет в случае остановки автомобиля под горку, а она не позволяет откатываться автомобилю назад. Поэтому это очень удобная штука, особенно в городских циклах, на мостах, под горку. Драйв имеет рычаг три положения. Положение, выжали педаль, включили драйв, и вы можете уже передвигаться. Также нейтральное положение и кнопочкой задняя передача. Вот мы сейчас это видим. У нас двери не закрыты, не закрыт багажник и не закрыта передняя фальшпанель для зарядки, поэтому, к сожалению, продемонстрировать драйв, он не включается до тех пор, пока в автомобиле не будет все зоны закрыты, то бишь зона зарядки, задний багажник и все двери. Когда это все закрыто, автомобиль может продолжать драйв. Приглашаем вас в автосалоны наших официальных дилеров в каждом крупном городе. Официальные дилеры компании «Богдан Автотрейд». Приходите на тест-драйв электромобиля «Джак». Ждем вас в гости.